В общем, поступил заказ, забытый бухте, на изготовление. Трех подвесок жемчуга. Для этого я нанял 20 человек в ювелирную мастерскую и запустил изготовление диска для огранки. Это у меня ушло 30 минут. Теперь еще час для изготовления, а 2 часа для изготовления дисков. Вот, 2 часа для диска для огранки, 10 штук. Теперь надо будет еще 4 часа, чтобы изготовить 10 слитков золота. А после этого можно будет сделать 10 подвесок жемчуга. Также я обменял розовые жемчужины, коллекция ракушки. Надо будет еще тогда 3 подменять. Будем ждать результатов. Если так белого золота сделан, можно приступать к созданию подвесок с жемчугом. И у нас идет 7,5 часов на этом. Встретимся после этого. Подвески с жемчугом готовы. Остался невостребованные трудовые ресурсы кинуть на какое-нибудь дело. Пусть делают чистое золото. А потом из этого можно сделать будет орлов. Один заказ. Кажется, там еще один заказ можно сделать, дать. А нет, еще. Не скоро это будет возможно.